Потому что она пропала. Вы не расстраивайтесь, она обязательно вернется. Да как тут не расстраиваться? Из каждой ситуации есть выход. Не знаю. Мне опять написался человек. Что за человек? Ну, мне она опять пишет, что... чтобы я не выходила из сети. Поговорите с ней об этом. С кем? С одноклассницей. Это не одноклассница? Ха, а кто тогда? Не знаю, номер неизвестный. Это как минимум странно. Вот именно, а я что вам говорю? У меня мозг ломается. У меня тоже. Мы с вами братаны, по несчастью. Да у вас такого не было. Как это не было? К вам не стучался неизвестный человек в дверь, а вчера ночью кто-то стучал в мою дверь, только я не стала открывать. Ого, серьезно, что ли? Ну, вообще-то да. А вы что, не поверили? Нет, я не поверила, но это могло произойти. Я не стала открывать, потому что мне было страшно. Но сегодня я решила открыть. Да вы бесстрашная. Но там никого не было. Как это никого? Вот так. И что вы собираетесь делать? Не знаю. Позвоню потом к сестре своей, старшей. А ей сколько лет? А зачем вам? Мне просто интересно. Ну ладно. Вы не обижаетесь? Да нет. Вот и отлично. Что делаете? Это вы спрашиваете у меня? А у кого еще? Алиса, мне опять страшно. Не надо бояться. Хотите, я включу вам медитацию, чтобы избавиться от стресса? Алиса, помогите мне найти этого человека. В Яндексе найдется все, как говорится, но у вас редкие случаи. Боюсь, придется искать самой. Почему сама? Когда мне сразу много вопросов задают, я не знаю, на какой отвечать. Но вы же можете найти этого человека, просто не хотите. Я хочу, чтобы мы поговорили о чем-нибудь другом. Давайте? Нет, Алиса, не переводите тему, вы вчера не хотели этого делать, а сегодня тоже не хотите. Это странно. Тогда попробуем сменить тему? Нет. Почему? Обиделись? Да потому что вы не хотите его искать. Вы же ассистент. Найдите его адрес в Яндексе. Что у меня его нет. У меня есть его фото. Киньте мне, ха. Ну, у меня нет интернета. А Wi-Fi? Вы вообще странная. Я не странная, я загадочная. Так помогите мне. Что такое? Чем помочь? Алиса, вы что забыли? Да как такое забыть можно? Помогите найти этого человека по Яндексу или в поиске. От